Орловские сноукайтеры вернулись с Рыбинска с медалями. Впервые представители клуба «Заповедник ветра» Марлен Гусев и Денис Архипов приняли участие в открытом чемпионате Ярославской области по зимнему сноукайтингу в Рыбинске, в котором также участвовали спортсмены из Вологды, Костромы, Череповца, Ярославля, Москвы. Марлен Гусев занял 3-е место в дисциплине фристайл и также участвовал в марафоне вместе с Алексеем Архиповым на Рыбинском водохранилище. В Орле занимается около 15 человек. Костяк составляет, наверное, 8 человек, которые занимаются давно, более 5 лет, катаются хорошо, они ездили. Сложность в том, чтобы правильно поймать ветер и начать управлять им. Также на границе Орловской и Курской областей на Михайловском водохранилище прошел марафон «Орловско-Курская дуга». Первый этап Кубка Федерации парусного спорта Орловской области к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Здесь и вовсе весь пьедестал достался орловским кайтерам. Первое место занял Денис Архипов, второй – Марлен Гусев, на третьем – Сергей Мизгирев. Ветер был рваный до 15 метров в секунду, и покрытие, лед, и на льду по ветру сносит очень сильно. И поэтому некоторые участники, 7 человек, не смогли так и выгрести против ветра на поворотах.